Дорогие друзья, меня зовут Валерий Короб. И у меня есть, да, я давно уже размышлял о том, что если бы меня, вот если бы я знал, что вот скоро мне надо уйти, что бы я хотел, вот у меня есть дети, да, думаю, что бы я хотел оставить своим детям? Ни имя свое, имя можно опозорить, ни имение, которое можно проиграть, ни дом, который может сгореть, ни деньги, которые можно тоже потратить. Нет, я думаю, что только личное знание живого Бога. Вот что я действительно желаю всем людям. Личное знание живого Бога. Чтобы ты с Ним лично общаясь, знал, что Он знает лично тебя, лично по имени, потому что Он всех своих овец знает по имени. И каждое сотворенное им существо, оно, в принципе, находится в поле его зрения. И значит, полностью ему доверять. Просто полное доверие живому Богу и личное общение. Додаток Світлого Радіо Еммануїл тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле Радіо буде завжди поруч.